Вала не самый лучший пляж, это Клеопатра, друзья. Как раз сейчас мы с вами здесь, в самом сердце Алании находимся, где мелкий-мелкий, вот такой маленький песок без камней, друзья. Это район Клеопатра и название пляж тоже Клеопатра, друзья. Очень хорошо здесь пляж, море. Почему Клеопатра назвали оператор? История большая. Какая? Когда один царь влюбился в Клеопатру, царицу, ага, и решил сделать ей подарок. Это правда? Ну, так говорят. Это подарок? Я тоже хотел бы такой подарок. Классный подарок. Да, очень хороший подарок, в самом деле. И теперь это подарок не только на один человек. Это все для народа получили, это подарок получается, да? Так что столько много людей из разных стран здесь живут, отдыхают, загорают, отдыхают. Это очень хорошо место расположения, друзья, в самом сердце Алания и Камине. В самом сердце Алания скоро с вами будет 1+1, 600 квадратных метров с мебелью, с бытовой техникой, одна квартира здесь, отсюда недалеко, друзья. И именно вот такое место хотели с вами с вами время проводить. И крепость, Аланийская крепость тоже недалеко, все городская инфраструктура тоже здесь рядом, друзья. Еще рядом есть рыбный базар, рыбный ресторан. Очень хорошо место расположения, друзья. Зима, летом именно в центре жизнь кипит, друзья. Не только летом, зима тоже очень хорошо здесь жить. Так что скоро у вас зима, да? Начинается осень и зима сразу. У нас еще зима скоро еще не начинается. Еще 2-3 месяца, через 3 месяца уже зима. Осень. Что? И потом только осень. Да, потом осень, потом зима. Шучу, конечно. Здесь зима нету, друзья. Это уникальный город Алания. Здесь зима практически нету, друзья. Поэтому очень много европейских зима, именно зима здесь живут, время проводит. Так что, так как хорошо, да, люди живут, загорают, отдыхают, друзья. Если вам интересно именно в Алании жить, у нас не только один проект, у нас более 4000 проектов есть на нашем сайте arbatoms.co, друзья, arbatoms.co. Пишите, звоните под видео, все, информация, контакты есть. Давайте теперь поедем, посмотрим на место нашей сегодняшней планировки. Летом, особенно летом, очень много вода пью. Много или много? Много. Много вода пью. Это меня хорошо. Просто как-то много вода пить, это меня хорошо. Короче, друзья, мы с вами поднимали на 6-м этаже, 1+1, 600 квадратный метр, номер объекта под видео есть, ссылка есть, нажимайте эту ссылку, оттуда вы получаете более подробную информацию. Она, как видите, так продается, 73 тысяча евро, 73 тысяча евро, друзья, с мебелью, с бытовой техникой, в самом сердце Алания, где район Клеопатра, друзья, 1+1, с видом на гору, с видом на крепость, Аланийская крепость, с видом и гору, особенно очень красивые горы здесь, и впереди ничего нету, открыто. Для задачи аренды тоже очень хорошее место, между прочим, и для себя тоже хорошее место расположения, все близко. Рыбный базар, я вам сказал, отсюда недалеко, потом вторничный рынок тоже недалеко отсюда, и пляж Клеопатра, конечно, 500 метр пляж. Вторичное жилье, друзья, стоп, оператор, да, дальше, далеко, назад. А балкон не квадратный, длинный, вот такой длинный, не квадратный, она большая, но не квадратный, вот такой. Так что мы с вами начали кухни, зал, все посмотрели, теперь здесь у нас спальная комната. Салам алейкум. Спальня. Чекмана керек йок. Девам эдебилерсин. Сен чалыш. Спальная комната. И здесь я заметил, что еще потолки высокие.
с мебелью, с бытовой техникой продаются. Это вторичное жилье. Еще раз повторяю вам, под видео есть ссылка. Нажимайте эту ссылку, оттуда вы получаете более подробную информацию, друзья. Так что и санузел сразу возле выхода перехожа, с левой стороны санузел, вот санузел здесь. Вот такой маленькая, но скромная квартира, друзья. Именно кому нужно район Клеопатра и центр Алания. Вот такое место, друзья. Так что здесь должен быть телевизор, но вместо телевизор можно на меня смотреть. Правда? Зачем вам телевизор, если я здесь? Так что шучу, конечно, друзья. Еще интернет есть, вот видите, Wi-Fi здесь. Еще что? Все сказали, да, оператор? Если я что-то забыл, предупреждай меня, исправляй, хорошо? Потому что я очень много работаю, голова занят, голова много вещей. Я могу где-то что-то пропускать. Самое главное, что самое важное, что под видео есть ссылка. Нажимайте эту ссылку, оттуда вы получаете более подробную информацию. Так что из Алании, из Тюрси, из Клеопатра, район Клеопатра. Всем большой привет, друзья. Берегите себя. Любите себя, если вам уже надоело у себя жить, друзья, у себя страна, приезжайте, здесь прекрасная жизнь, здесь позитивная жизнь, здесь солнечный город, здесь экология очень чистая, здесь дешевле жизнь, здесь натуральные овощи, фрукты, очень много плюсов есть, друзья, так что оператор... Она просто камеру поставили, уже куда-то пошел. Я сам себе, да, сам себе буду говорить. Удачи, берегите себя, пока.